Всем привет, с вами Sidex. Поиграем в демо-версию игры Клаус. Занимает на жестком диске 1,76 гигабайт. Подсветка на геймпаде розовая такая. Кислотные цвета. Я не знаю, кто я. Я не знаю, где я. Только что проснулся в подвале со словом Клаус у меня на руке. Это герой наш. Шипсик такой. И все, на этом домоверсия закончилась. Подвал, глава 1. Неизвестный человек. Ну, просто головная боль. Так, что мы умеем? Прыгать. И сенсорная панель. Что нам дает? Ну-ка. Помощь и настройка. Управление. Пауза. Переключить персонажа. Бросить К1. Взломать удар. Прыгать, держать поплавок. Переместить платформу. Переместить персонажа. Камера, бежать. Ну-ка, он бежит. Только что-то не дерется. Все такое красное, да вообще не говорить. А, double jump есть, двойной прыжок. Держать, чтобы прыгнуть выше. Так, бежим. Здесь есть кто-нибудь? Ну, кто-нибудь, кто должен потрогать этот механизм. О. Ух, кто это сделал? Кто трогал это? Я могу прыгнуть через них. Ага, то есть... Ну, как это нужно передвинуть? А, надо встать сначала, да? А, ух ты. Ты это подвинул. Каешь. Ой, А это что? Похоже на... Что она похожа? Чекпоинт? Контрольную точку? А, ясно, ты тихий парень. Держивай при втором прыжке, чтобы прыгнуть еще выше. Так, вот она. Вот оно какое это ощущение, когда можно сохраниться в жизни. Ну, в каком подвале бывают шипы? Так, так, бежим же. Ой-ой-ой-ой. А. Хотел бы я видеть по ту сторону. Ага. То есть... Ой! То есть, переусердствовал я. Назад нет. Топом я даже ладил вверх и не нажимал левый стик.
Странно. А может, автоматом нажал? Коробки, файлы. Некоторые люди тут работают. Ну. Так, они все еще это делают. Так, тут какая-то штукенция. Да, реально странно. С разгона. Так, как взламывать квадрат? Кто? Еще хакер-квакер. Ой. Что теперь делать? То я думал, там тоже шипы какими-то. Фига там, фигачим-то как. Ой. Ух ты. Не доломал. Эй. Прыгаю. Ух, секрет. Что-то у него в жопе. А, засосало. Так. Налево. Ну, я как бы... Ой. А... Ух ты, я тут могу ходить только налево. Так, направо я не могу двигаться. И... Ага. Капец. Еще заморочка. Заморочка, капец. Чего его колбасит? Интересная игра. Необычная. Прыжка главное выбрать правильно. Че, она не бьет, что ли? Правильное время, мой друг. Звук модема не слишком далеко, не слишком близко. Так, разгон. Нужно просто запустить. А, тут бежать надо просто, да. Другая дверь, другой выход. Ну-ка. А, ну да, сам автоматом нажал. L, левый стик вверх. Так, его дела. Ух ты, сам кто-то следит за нами, осторожно. Пресс. Так, я знаю, это может быть... Ага. Так, о-о-о-о-о. Ну, тут, короче. Ты рискуй своей жизни. Пимпец. Так. Надо было двойной прыжок делать или нет? Фига я крут.
Да, точно мне повезло. Что это? Обескураживающее. Почему мы опять двигаемся в этом направлении? Так, точно, давай выберемся отсюда и узнаем правду. И как? А, все понял. Так. Да ты кошмар какой-то. Как-то так. Эта тень была такой громадной. Могу я быть с тобой открытым? Мне страшно. Но мы ведь взялись в этом месте, правда? А, ввязались. Давай. Так, учиться. Обратного пути нет, да? Так, много вопросов. А тут что? Нет пути обратно, нет пути обратно. Так много нужно узнать. Ух ты! Ощущать, думать, создавать знания. Узнавать, изучать знания, искать. Не ученые. А, то есть не учение, смерть, да? Как бы учение силы, не учение, как бы слабость, да? Вот у нее в прыжке в двойном управлении. А, я плюс еще это держал, бег. То есть управление интересное. Зажимать будет, нет? Его колбасит, шторит. Прям таки шторит. Так. Ха. Дабл джамп. Ну, ты что ж. Уже можно одним прыжком. Ключ. А где я? Я не понял. А, понял теперь. Одна же без шипов была. Ой, я думал прижмет. Мудрёный ключ. Пиздец. Интересная штука. Ха! Ага. Да ёшкин моталки. Всё. Прошли. Что-то шестеренка так не до конца не выглядит. Так близко, но так далеко. Ух ты, мир багов.
так близко и все так далеко. Классный баг. А, опять. В поток попасть надо, я понял, да? Говорил, что взломаю. А, ключ. Так. Блин. А если просто бежать? Так. Так. Что там дальше? Мир багов. О, круть. Необычная игра. Мир багов, глава 4. Только через мой труп. А, понял. Не понял, а что тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты, ёшкин, моталкин. Количество трупов ограничено. Да ты пип... Точно баги. Да как так-то? Да ты капец. Ребята, это полный трындец. Еще эти кислотные цвета прям в глаза. Но я устал от этого. Электроэтаж, глава 5. Свобода. Он сам идет. Я ничего не делаю. Так. Нормальная свобода, блин. А, стоп. А. Ah.
Он здесь. Мое тело нуждается в нем. Я не буду обращать на тебя внимания. Я свободен. Наконец-то я свободен. Я вижу, этот свет манит меня. Этот свет говорит: Клаус. И... кого-то он, походу, превращается. And then know who I am. Типа я не знаю, кто я. На английском. Надпись на руке. Клаус. Ну, походу, демка кончилась. С вами был Sidex. Кому понравилось, ставим палец вверх, соответственно, оцениваем видео, и всем пока!